будем реализовывать через открытый аукцион. Вот так. На самом деле эта проблема, это знаете как, опять же, есть определенного рода иллюзия. Я вам скажу, мы когда работали в облгосадминистрации, мы тоже пытались распродать из гаража автомобили. Так, чтобы было понятно, Opel 96 года состоял на балансе, у него была цена, по-моему, 300 тысяч гривен. То есть, грубо говоря, его было проще списать и выкинуть на помойку, потому что его ниже цены не продаж, это является уголовно наказуемым деянием, а ни один здравомыслящий человек не купит себе автомобиль за такие деньги, ну разве что только в коллекцию, потому что на нем когда-то катался губернатор 15 лет назад. Шварценеггер пошел по такому пути, они делали, ставили автографы, и тогда эта машина... Ну, если мой автограф стоит 300 тысяч гривен, готов расписаться на автомобиле. У депутатов другая проблема. Они все хотят заезжать через задний вход и ставить на служебной стоянке свои автомобили. Вот так вот. Я как бы с удовольствием могу предоставлять места, но депутатов 64, а вообще я считаю, что коллеги из фракции «Самопомощь» должны ездить на велосипедах. Ну, они же обещали.